Наш второй отель на сегодня в Кемере, в Белидебе, Палома Фореста. Находится буквально рядышком с Кристал Флорой. Тоже пока еще отель закрыт. Палома Фореста. Точно, открытие будет 1 июня. Раньше тоже хочется, потом. Да, поэтому хочется. 10 дней, а там сколько? Здесь значит лобби-бар, который здесь открыт 24 часа. Лобби-бар. Накрыто еще все. Отель высокого уровня довольно. По уровню, как вот где-то Нирвана. Для себя вот в такой категории отмечают этот отель обычно. Ресторан новенький. Вот все такого в современном стиле. Так, давайте посмотрим, как оно внутри будет выглядеть. Ой, ну красивый. Красивый такой ресторан главный. Пока темноватое, но я думаю, что освещение включат. Красивенько. Мне нравится. Зона возле лобби-бара. С такой террасой. Навесом. Зеленая большая территория. Идем смотреть дальше. Большая территория. Пробуй ты зайди. Очень зелено. Высокие деревья. А прохлада по территории. Ухоженные газоны. Вот, как знаете, ты в таком парке. Живешь как в парке. Виднеется бунгало. Территория возле корпусов. Такие серые бунгало современные. Идем смотреть номера. Бунгало вилла, корпус вилла, по-моему, так называется. Бассейн отдельный для этого типа номеров. Только гости виллы могут пользоваться со своим баром. Мы потом тип кровати просто уточним. Очень красивая территория. После этой флоры. Но у Паломы другой ценник. Ну, на 100 000, да. Теннисные корты. 5 штук, говорят. Вот гора виднеется. Ну, тоже по территории не очень ее видно, потому что все в зелени. Территория красивая, зеленая. Вся в деревьях. Номера хорошие, стильные, новые, современные. Палома Фореста. Вышли мы к пляжу. Шли по этой тропиночке. Есть такой бар, газончик, вот, и сейчас мы пройдем к пляжу и к беседкам вот с навесами. Вид на территорию отеля с пляжа.
находимся на пляже Палома Фореста. Это Бельдиби. Вот наша красивенная горная гряда в Бельдиби. Навесы такие вот интересные. Есть пирс, который еще вот, ну, еще не открыли отель. По пляжу, смотрите, галька. И вход, вам покажу, вход булыжники. Откровенно булыжники. Да, даже в обуви будет неудобно заходить. Может быть, насыпят здесь песком, но с детьми... А-а. На пирсе, я так понимаю, что для, отдыхать. И, ну, отдых лучше. Да, с детьми я не знаю здесь как. А это природный пляж. Камни никогда не убираются. Вот в Бельдиби вот такого уровня, такого размера булыжники реально, если их не убирать. По другую сторону от убранной части вот такой пляж. Идем дальше. Бар Sunset на пляже. Такой интересный, беленький, в морском стиле. Здесь проводится дневная и вечерняя анимация на открытом воздухе. Играет музычка. Такое тусовочное такое место. С красивым видом. А, и вот, собственно, где нас ждут. А здесь, смотрите, такие вот кровати. А вторая часть пляжа тусовочная. Платный пляж Кабана возле диско Sunset Bar. Нас угостили шампанским. Сразу отель стал симпатичнее. Пляж минус отелю. Аквапарк есть, но с детьми я не очень представляю, зачем сюда ехать с детьми. Идем с пляжа, возвращаемся на зону ресепшена. И будем уже двигать к следующему отелю. Я бы этот отель назвала для взрослых. Из-за анимации здесь софт-анимация, живая музыка в основном такое. Есть детская площадка, есть аквапарк, мы сейчас его посмотрим. Но еще раз повторюсь, что по пляжу большие вопросы. Для взрослых вообще нормально. Большая территория, зеленая, все. Вон аквапарк. Ой, клевый такой отель, бассейн. Так красиво. Пул-бар. Так мы же снимаем для чтобы продавать. Аквапарк с тремя горочками. Детский бассейн. Палома Форестер, главный бассейн. Красивенько здесь так. Отстали от группы, сейчас нас будут ругать. Но надо же, вот смотрите, как клево. Стильно. Так, подвижить, потусить компашкой. Красиво. Отель хорошего уровня, 5 звезд. Пятерка отличная. Твердая пятерка с таким небольшим плюс. По ценнику оправдывает себя. Номера новые, еще раз повторю. Я все номера по роликам буду показывать в конце. В конце всех роликов. Это крытый бассейн с подогревом. Так, красивенько здесь.
Есть кровать со шторками. Клёво здесь. Номер Garden Family. Ну, красивенький номер. Новая мебель, техника. В таком современном лофте, я бы сказала, такой стиль. Приятно пахнет, кстати, в номере. Чайный набор. Так, еще раз пойдем тогда посмотрим. Балкончик посмотрим. Хороший здесь балкон. Уже есть навес. Вот. Диванчики для детей. И посмотрим ванную комнату. А это что такое? Family Garden, еще раз напоминаю. Небольшая ванна с большой душевой кабиной. Вилла дуплекс. Я сейчас нахожусь на втором этаже. Новый номер, красивый, светлый, современная мебель. На втором этаже, еще раз, одна комната. Выходим в такой коридорчик. Здесь ванная одна. А здесь получается детская. Вилла дуплекс. Значит, на втором этаже для четверых. А вот такие вот ступеньки, правда, крутые. С детками, но довольно опасно. Почему не сделать детскую на первом этаже, не знаю. Так, и здесь у нас на первом этаже гостиная. Современно, стильно, ну как квартира, знаете, такого плана. Барная стоечка со стульчиками. Ага, здесь у нас мини-кухня. Еще раз напоминаю, это вилла дуплекс мы смотрим. Ага, и вторая ванна. Небольшая душевая кабина. Стандарт квин. Хорошие номера. Очень современные, красивенькие. Что там? Балкончик. Небольшой балкончик с видом на горы. Отель еще пока закрыт. И такая душевая кабина. Family suite. Большая ванная комната, душевая. Ванна. Гостиная большая, балкончик есть большой, чайный набор, две ванные комнаты в свите, фамилия, дарт твин и диванчик. Это твин, да. Это такого размера кровать, типа полуторка. Junior suite. Большая комната. Ванна. И там душевая. Вот так вот все просвечивается в коридорчик. И за этой дверкой туалет. Это junior seal. Покрутить, да. Экстра бэд возможно, нет? Терраса.